В Сирии ликвидировали боевиков с казахстанскими паспортами. Сегодня стало известно об итогах спецоперации, которую сирийская армия провела неподалеку от границы с Турцией. После продолжительных боев солдатам удалось уничтожить не менее 120 террористов. Часть из них, к сожалению, оказалась гражданами Казахстана. Известно, что в этом районе давно действует группировка Аль-Нусра, одно из подразделений террористической сети Аль-Каида. В рядах банды воюют боевики со всего мира, прежде всего из Египта, Ирака, Ливии и Филиппин. Немало там и представителей стран СНГ, в частности России. И вот как теперь выяснилось, Казахстана. Точное количество наших соотечественников, убитых в ходе недавней операции, пока не сообщается. Однако представители сирийской армии говорят, что все они находились в зоне боевых действий вместе со своими семьями. Напомним, ранее появилась информация сразу о 150 казахстанцах, которые отправились на войну в Сирию. С собой на Ближний Восток они взяли и своих малолетних детей. Личности нескольких боевиков уже удалось установить. Это уроженцы Карагандинской и Акмолинской областей. Выжили они или нет, пока неизвестно. Эти граждане Казахстана являются членами другой террористической группировки, не принимавшей участие в бою на границе с Турцией.